Весна вступила в свои права, пришло время расцветать и городскому убранству. Около 500 тысяч цветов украсят Брест в преддверии майских праздников. Петуния, катарантус, бархатцы и сульфиты, тихондра и цинерария приморская, хлорофитум, поликрантус и гипоэстес. Все эти виды цветов не один год своей красотой и яркостью радуют глаз брещан. Этот год не станет исключением. Всего на городских клумбах в 2024 можно будет увидеть около 30 сортов и видов цветов и декоративно-лиственных растений. Традиционно самыми пестрыми будут центральные улицы Ленина, Советская, Московская, проспект Машерова. Оформят клумбы и в других районах города. Мы находимся в теплице 0,5 гектара. И здесь у нас сейчас на данный момент находится около 300 тысяч рассады. Естественно, они на разной стадии, то есть это от посева до пикировки. Уже есть растения, которые у нас цветущие и просятся высадки на клумбу. Есть растения, за которым нужно еще уделить много внимания, ухода за ними. Это, естественно, полив, орошение, подкормка. Есть растения, которые мы высаживаем в более прохладный сезон. Это разновидность виола, цинерария, может быть, гвоздика. Эти растения, они более устойчивые к похолоданию. Но, допустим, вот эта красавица наша бегония, она боится холода, хотя уже готова, в принципе, к посадке, но мы еще чуть-чуть подождем. Многообразие сортов и видов цветов, расположенных сегодня в теплице, действительно удивляет. Каждый краше другого. И все благодаря десятку сотрудников, которые ежедневно трудятся в теплице. Подготовительная работа, которая предшествует их цветению, очень большая. Это высадка семян, пикировка, определенный температурный режим и режим полива. И все это для того, чтобы в дальнейшем весеннее убранство брещины запестрило яркими красками. Планируемые посадки цветов у нас начинать будем мы с 22 апреля. Потому что перепады температуры на улице не так хорошо скажутся на развитии растений. Процесс трудоемкий. Посевы мы начинаем декабрь, январь месяц. На данный момент у нас тоже еще продолжается, потому что периодичность посадки у нас идет в 3 этапа в городе. Первые цветники будут у нас высаживаться это в местах, памятных местах. Сейчас их украшают тюльпаны. Вот-вот они уже на распуске у нас радуют жителей города. Ну а дальнейшее это посадка виолы, гвоздики, цинерарии. Ну и остальных цветов. Будем надеяться, что погода нас не будет до минуса опускаться. Уже совсем скоро работники коммунальника помогут Бресту дополнить свой образ яркими природными красками. И первыми на клумбах города брещан порадуют виолы или, как говорят в народе, анютины глазки.